Приветствую зрителей канала. В этом ролике я покажу процесс изготовления ножа для сбора грибов и не только. Лезвие возьму от старого советского ножа без рукоятки, сделанного на заводе в городе Вача. Нож был сделан из нержавейки. Скорее всего, что материал — это инструментальная сталь 65Х13. На лезвии стоит знак качества. Ножны тоже сделаю, поэтому досматривайте ролик до конца, чтобы узнать, что получилось. Приятного просмотра! Если понравится видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Thank you.
Thank you.